тупо не было. А там никто не пускає, захочешь? Нет, не переживаю. Доброе утро. Доброе утро. Галина Ивановна, мы вот к вам пришли с Анной Евгеньевной, так как вы непосредственно начальник социальной защиты, правильно, населения. А? Смотрите, вопрос относительно субсидий. Вот ей, у нее пенсия 1450. 1497. Я до конца хочу говорить. Галина Ивановна, вы меня перебиваете. Это не у нас не получается диалог. Так вот, у нее пенсия 1497. Субсидию призначила 1507 гривен. Скажите, где ей брать разницу? 8 гривен сюда брать. Даже. А я можу вас таке саме питання задати? Моя така сама історія. Так, хвата моєї зарплати, наприклад. Галина Івановна, смотрите, ви сидите. Ви мене вибачте, будь Галина Івановна, ви сейчас... Але ж призначається за... Галина Івановна, це, во-первых, некоректно. Я з вами розговорю, а ви мене не слышите. Ну, ви ж мені представили жінку, я її представ. Так, я представив, з ким я прийшов. Продовжуємо спілкування. А хто от хотів розуміти? Це мої колеги. Фамилия есть у коллег? Мы працюем, вы на них не звертаете. То есть я не обращаю, это просто... Бухгалтерия. Бухгалтерия, а, да, отлично. Смотрите, решу, вы здесь на местах сидите, вот смотрите, какая ваша задача. Так как... А что вы сидите в таком поганом настроении? В каком? Сидайте, я в хорошем настроении. То давайте, вы так это... Давайте, не переводите, я сейчас буду повышать голос. Не надо. Все, я поэтому люблю, сидите. Когда вы кричите. Ну. Присаживайтесь, будем спілкуватися, доведем до ума. Дубль три, вам что, не доходит? Второй, и третий раз говорю, вы сидите здесь на местах. Так вот, вы должны готовить бумаги и говорить о том, что смотрите, та субсидия, которую мы призначаем людям, ее реально не хватает. Ее реально не хватает. У вас есть час? Конечно. Почекайте, будь ласка, я справу подниму и по справе расскажу. Так, а что, а вы не в курсе по справе? Я. Пенсию не... 20 тысяч помнить по справе. А у вас, вы говорите, чего не хватает? Зарплаты? Нет. А у вас небольшая, я так понимаю, зарплата? Да при чем тут моя зарплата? Ну вы говорите, не хватает. Я вам сказала. Ну вы говорите, вам не хватает. Мне не хватает зарплаты. У вас, вы сказали, лично за себя. 7,88 не хватает. Губенко. А у вас есть уведомление на субсидию? Конечно. Все, спасибо, вы принесли. Да, там на полгода и принесли, все нормально, все отлично. Ну так, а просто... что делать дальше? Не знаю, пишите туда. Киев, Корниенко обращайтесь. Говорите, что не хватает той субсидии. И, Галина Ивановна, давайте на будущее доверимся. У нас будет хороший диалог, когда, знаете как, говорите вы, я вас не перебиваю. Когда говорю я, вы меня не перебиваете. Пенсия вся, и 8 гривен. Я уже насидився. Дивіться, будь ласка, обов'язкова плата, колоночка. Угу. Бачите? Угу. Розміри всі, до кожному, по кожному рахунку вам розписано, що ми можемо змінити відносно вашого доходу. Що можна змінити, як ви вважаєте? Нічого. Я вам просто відповідаю. Чітко, відповідно ваших доходах, це та субсидія, яку може держава вам дати. По наших розрахунках є відповідні закони, є відповідні постанови, є програма, яка бере ваш дохід вашої сім'ї і розраховується. Все, що можна. Які ж дохід? У неї пенсії, у неї доходи немає. Ну так, естественно. Хорошо, Галина, пообщайтесь з колегами. Через вам скільки потрібно часу? Я іншого нічого вам не скажу. Я помню. Ну, у мене ще буде второй вопрос. Це все, я іншого нічого вам, на жаль, не скажу. Хорошо. Хочете, ми піднімемо зараз вам справу і ще раз по справі подивимося. Покажемо вам. Рукою напишемо, як розраховується. Хочете цього? Почекайте, будь ласка, розраховується. Галина Ивановна, хорошо. Хочете такого? Я не... Давайте, отпустите коллег. Та це недовго. Спасибо, все, мы працюем. Ждем, да, потому что там будет второй вопрос еще по субсидиям. Скажите, я сейчас, так, к примеру вам говорю, есть квартира, в квартире прописано три человека, три, мама, дочка и ребенок, ну, внучка. У мамы есть муж. Муж вообще, он не живет, он не прописан даже с ними. Он живет в другом месте, прописан. Так, довідку надо предоставить яку? С того места, где он прописан. Яку довідку? Что он прописан? Где он проживает, то есть. То есть всего лишь довідку, что ей человек проживает за такой-то адресу и все. Если он человек, то тут нема питань. Человек с дружиной должен проживать за одной адресой. Они живут в разных местах. Какие питания? Немає значения. Как это? Дохід зараховується дружиной до человека, человек до дружины. Покажите мне это. Хорошо. Вы как раз подготовитесь. Вы как раз подготовитесь. Просто есть законы, понимаете, есть законы. А есть какие-то подзаконные акты? Вот вы пользуетесь нет, этими... Я до конца говорю. Кто такую постанову поставил? Ну, кто у нас? Кабинет министров. Бухгалтера, вы даже видите, какие у вас умные. Умные бухгалтера у вас. У нас все умные. Я жду вас, спасибо. Я
вам піднімати справи, ви будете чекати? Ми повинні з вами розмовляти до мілочей. Конечно. Іншого не буде. Ні, я просто удивляюсь. Чому? Тому що мені треба отримати пенсію, додати до неї 8 гривень і заплатити за ну, позаквартиру. Ви розумієте, субсидія не призначається на 100% оплату. Ну немає. Ну вона хоча б должна. А за що вона жити должна? А за що вона жити должна? Тобто вона всю пенсію віддає і все. Ну, вопрос, Галина Івановна. Кого ми повинні спитати? Вас, спрашуємо вас. А я вас питаю. А ні, ви ж тут сидите. Коли я буду сидіти в вашому кріслі, тоді я буду думати, що робити з нею. Що то треба? На жаль. Ні, не на жаль. У вас просто немає бажання працювати. Галина Івановна. Когда я сяду в ваше кресло, у меня хорошее настроение, у вас плохое. Вы таким этим до меня ворвались. Каким ворвались? Зашли нормально. Это ваше субъективное мнение, Галина Ивановна. Это ваше субъективное мнение. Конечно. Мы, по-моему, с вами с ней такие питания разрешили, яких вообще не можно... Завдяки кому? Завдяки ей. И кто? И кто? И кто там с кого-то постановчим и хоть мелочи помимо этой жизни? Да. Поэтому, Галина Ивановна, я всего лишь говорю, вот если мы поменяемся с вами местами, я буду думать, как этому человеку сделать. Что вы поймите, она отдает, всю пенсию. Вы опять меня перебиваете. Пожалуйста. Она отдает всю пенсию за квартплату. А жить за что? А таблетки за что ее покупать? Ну, єдине, що я можу запропонувати, це раз у рік матеріальну допомогу. На жаль, ви знаєте прекрасно. Ви мені задаєте такі питання, на які вам ніхто не дасть відповідь. Ви ж десь для цього сі. Туди задавати. І ви не дасте відповідь, хоч ми з вами і поміняємося. І ви не дасте відповіді, де взяти ці гроші. Це треба задати це питання. Кому? Гройсману. Так задавайте, ви ж для цього. Задаємо. Підніматимуть пенсію, нам відповідаєте. Ви це чуєте по телебаченню. Я не смотрю телевізор. Як вас звати? Я просто не люблю. Ольга Івановна. Я не смотрю телевізор. Чоловік, читаючи книги, завжди буде у мене чоловік, смотрячи телевізор. І ціни повисять. І що робити? Кошмар. Пересчитають січня місяця, але ви не отримаєте того. І ще, ви ж знаєте прекрасно. Хорошо, Галина Івановна, я от хотів би ще посмотрети эту постанову. Цього іншого, нічого. Постанову хотів посмотреть по поводу. Прекрасно. Да. Хорошо, сейчас скажу. Спасибо, ми тоді ще ждемо вас. Спасибо. Спасибо, секретарь. Ну, ми ще подождемо.